Дома любые уголочки нам были тут знакомы. Мы дружбе вырастали, любили посмеяться, любовь большими стали, шла пора прощаться. Наш детский сад как дом родной, нам был все эти годы, и с каждым день дарил добро прижали, прошли в годы. Сегодня в зале с нами те, кто нас учил жить в коллективе дружбы, кто нас жалел, кто нас любил, ведь это нам так было нужно. Кто петь и рисовать, кто нам стирал, кто нас лечил, и тем, кто вкусно нас кормил, мы все. Уважаемые родители, милые дети, вот и прошел у вас последний праздник. Праздник, который называется выпускной бал. Вы, наверное, родители помните, какими они вас пришли? Маленькими, неумехами. И посмотрите, какой мы сегодня показали вам праздник. Какие они у нас дамы, какие у нас джентльмены. Мы очень рады, что эти дети пришли к нам в детский сад, что они 6 лет к нам ходили, мы их любили. Они научились здесь играть, петь, плясать, танцевать. А самое главное, они научились дружить. И научили их ваши воспитатели, специалисты наши, которые работали в детском саду, и все сотрудники детского сада. Я очень хочу, чтобы вы сейчас поздравили своих воспитателей, это Ольгу Дмитриевну, которая все время с вами здесь была. Мне хочется, чтобы вы поздравили Наталью Thank you.
прожила жизнь, мы всегда не расставаться. Сказать спасибо вам хотим. Мы всем прекрасный день весенний. Вас от души благодарим за труд ваш нужный и бесценный. Мы вашу должность и стаж. Мы очень вами все гордимся. Забота, ласка, опыт ваш детишкам жизни пригодится. Родители и малыши, мы помним ваши наставления. Со всей любовью от души примите наши поздравления. Детвора наша стала на годик постарше и мечтает скорее поступить в первый класс. Почему же грустят воспитатели наши и слезинки роняют на ласковый глаз? Для детишек открылась заветная дверца. Они выпорхнут все, как птенцы из гнезда. Вы отдали им все свое доброе сердце, не жалея для них своих сил и труда. Дети нежно дарили и щедрые ласки, от беды заслонялись им сердце любя. О победе добрам читали им сказки, чтобы жить им с надеждой и верой удушать тебя. Дети, где растеряли носки и колготки, мы сердились на вас от таких мелочей. Но и с нами вы были спокойны и кротки, занимаясь святой работой с поедем. Пролетит выпускной за букетами скрой, разлетится из груди двора по домам. Воспитатели все мы поклонимся в поезд, и не сестрам, и нянечкам, и поварам. Не грустите, родные, и слезы утрите, ведь вами гордится не только детсад. Огромное наше спасибо примите за то, что любили вы наших ребят. Любовью зажгли вы ребячьи сердечки, за детское счастье, хвала вам и честь. Работу у вас, как придумки у речки, спасибо большое за то, что вы есть. Хотим поздравить вас весь женский коллектив детского сада номер 102. Пожелать счастья, любви, улыбок, веселого настроения. Вы дарите детям заботу и радость, хотя порой это нелегко. И каждый день, в любое время года, нам с вами весело, уютно и тепло. Спасибо за любовь и понимание, ведь садик домом стал для нас вторым. Пусть ваше исполняется желание от всей души молодой. Как оно долго такое оказалось. Друзей, красоту и добро там нашел. А Фелик там няня для нас оказалась. В ее золотых и красивых руках любая работа покажется чудом. Она летим манную кашу подаст. Да так, что невозможно ответить не буду. Пусть Фея и дальше встречает детей в прекрасной и ласковой-ласковой сказке. Спасибо от мам вам и от малышей за вашу заботу, терпение и ласку. Уважаемая Анна Павловна, наши детки-непоседы доставляли вам хлопот. То разодрана коленка, то разбит немножко лоб. Вы без дела не сидели, нос закапали, вас помыли. Добротой вы ели, все их ссадины лечили. Не забудут эти это дети, и от нас вам благодарны. Самая лучшая медсестра на свете, то, что дарит людям радость. Thank you.
Даниил. Thank you.